Всем привет, с вами Сэм, и мы снова в игре Пахан Криминальная Жизнь. Давненько не было у нас летсплеев, вообще каких-либо. Надо это дело поправить. Не знаю, мы сейчас в какой-то канализации, уже не помню, что мы тут делаем, как мы заказались. Видимо, свалились из этой трубы, кто-то нас смыл в очко. Ладно, посмотрим, что там наверху. И сохранимся, конечно же. Так, что у нас здесь? Так, по-моему, здесь вполне... Ай, блин, да, с лестницы же можно упасть. Так вот, по-моему, здесь вполне мирные жители. Поэтому, наверное, пушку пока уберем. Ну, как сказать, вполне мирные. Чё-то как-то они не очень-то и мирные, по-моему. Или все-таки мирные? Давайте сохранимся и проверим, насколько они мирные. Ты мирный, придурок? Вроде норм. Что, с ним поговорить можно? Извини, я не могу пойти с тобой. Ну, блин, нахер ты мне нужен, вообще говоря. Вроде мирный. Ладно, тогда не будем пока их стрелять. Тебе лучше найти пушку побольше, детка. У меня пушка достаточно большая, чтобы засандалить тебе. По самые гланды, если вы понимаете, о чем я. А вы мирные? Ты как, мирный? Что тут творится? Надо погромче делать. Хуля ты тут делаешь, да блин, отстань от меня, я тебя не трогаю вообще. Сам гопота. Какие бутылки. Вообще, нехорошо матом ругаться. Да ёб твою, вот это я так и знал, что так будет. Не-не-не, пошли вы в жопу, козлы. Ладно, не захотели они по-мирному, поэтому придется их всех валить. Вот начнем вот с того придурка. Я постараюсь сделать это максимально. Опа! А, блин, нафиг мне эта пушка? Не-не-не, подождите, 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 подождите. Не так. Не так. Так вот, нафига мне автомат, как говорится? Блин, а их тут двое, да? Их тут двое. Опа! Так, ну давай, где второй? Вот, второй застрял в текстурке, пока он застрял в текстурке, мы его расстреляем. Ну конечно, давай, блин, сейчас перезаряжаться, стоять, да когда ж ты сдохнешь-то? Ну, наконец-то. Да, и вряд ли они меня покоцали. Ну ладно, тут же будет наверняка аптека. Так, теперь давайте убивать вон тех уродов, которые там. Я думаю, я все правильно сделал, что начал с этих, закончу, думаю, теми. Тем более они, по-моему, стоят, ни о чем не подозревают здесь. Поэтому пока уберем пушку, еще раз сохранимся и... Мне определенно нужен автомат. Поэтому сейчас я пойду его и просто возьму. Я всегда обычно просто беру автомат. Но он успел меня немножко покоцать. Че, он пустой? У него вообще ничего нету. Видать, да. А это зачем? Я уже забыл, на какую кнопку здесь... А, вот. Кнопка действия. Ух ты, сколько вас там. Не, мне надо подготовиться. Так, автомат. Не знаю, с автоматом или с дробошлепом походить. Давайте пока, наверное, с дробошлепом, а там видно будет. Так, ну что, урод. Да что же вы такие живучие-то все? Тебя я целюсь! И не только целюсь, но еще и стреляю. Где ты, сучка? Ох, ё-моё, он мощный оказался. Ну все, мне кажется, у меня крышка, да, точно. Так, ладно, ладно, что у меня есть? А может, они мирные вполне? Да мне кажется, хер они мирные. Тебя стреляю. Блин, вот они у меня дохерища здоровья одним выстрелом отнимают, а я что-то как-то кашу по ним, или они в броне? Кстати, да, мне броня не помешала. Ну где ты? Гранат у меня никаких нету, да? Да нет, конечно, откуда?
Вот мимо опять. Да сдохни ты, урод, уже. Так, а может этому можно так пройти? Может тут аптеки где-нибудь какие-нибудь есть? Чё ты пялишься на меня? Нет, 16 хэвов сохраняться вообще не вариант. Может он меня не тронет? Не нужно не тронет. О, слушайте, чуваки, а если мне его аккуратненько вынести из дробошлепа? Так, аккуратненько не получилось, 9 хэвов, но хотя бы я его вынес. Ну, наверняка ж тут есть аптеки. И что, и все? Я приходил сюда только за тем, чтобы... Ни хрена себе, тут вообще ничего нету. Я приходил сюда за тем, чтобы потратить все свои хэвы. Так, почему я их обыскать еще не могу? Непонятно. Чё я вообще тогда сюда приходил? Сюда, получается, и ходить-то не надо. Да, тут закрытая дверь. Просто закрытая дверь. Отлично. А чё у меня есть? А у меня, по-моему, нифига и нету. Окей, нечего было сюда ходить. Так, все, значит, идем туда. Если тут просто закрытая дверь, делать, значит, тут вообще нечего. Ну, давайте тогда пойдем вниз или куда там, вверх, куда нас лифт повезет. Наверх нас лифт повезет. Отлично, загрузка. Где бы достать хильцов еще бы? Не помешало. А то с такими хильцами, это, блин, пара выстрелов, и мне крышка. Так, идет сюда. Как-нибудь его бы аккуратненько репануть, так, чтобы он меня не заметил. Тут уже, наверное, стелсом надо. Сдохни, мразь. Блин, они меня заметили, твою мать. Вот откуда ты? Как ты опять? А, эти вроде без брони. Ну, норм. Может, этих даже нормально убить удастся. Блин, ну аптека нужна по-любому. Без аптеки вообще... Вон аптеки. А, ну нормально, норм, живем. Живем, чуваки. Что-то взял, пули взял. Ну, а как их достать-то? Присесть? Нет. Как тут присесть, а вот так? Ух ты, этих я не достану, пожалуй. А что, у меня все? Ай, блин, я мудак. Зачем по одному патрону брать? Надо зарядиться сначала, потом раз и взять. Все, у нас 100 патронов. Ящик как-то таскать, по-моему, можно. А как? Как-нибудь он туда подтащить бы его. Там еще патронищи были. Не сказать, что они уж мне очень так и не нужны. А, ну, в принципе, полегче можно взять. Все, ок, сохраняемся, идем. Только не забываем обыскивать вот этих уродов. У них может быть что-нибудь интересное. Они вон в стенке застряли. Так, ну по всей видимости сюда можно и можно, наверное, наверх. Давайте наверх, наверное, сходим сначала. Да, не зря сходили или зря. Зачем эти ящики? Ух, ёб твою, так и знал. Блин, 4 хэва потерял, или сколько, 5 хэвов потерял, это существенно достаточно. А зачем вот эти ящики? Может их разбить как-нибудь можно? Не? Точно. Чё-то взял. Понятно, пока только что взял. Ладно. Окей. Идем дальше. Что у нас тут есть? Еще какие-нибудь ублюдки наверняка. Да вроде нету. Так. Дерьма, кусок.
Да пошел ты. Ох ты, ты откуда здесь взялся, блин? Да где, кто? Полезь наверх, быстрее, быстрее, пока они не добежали сюда. Интересно, они могут лазить по лесенкам чудесенькам? Вроде нет. А там что у нас? Тоже кто-нибудь есть, наверняка. Так, тут аптеки. Запомним это место. Аптеки нам могут пригодиться. О, они могут по лестницам лазить. Отлично. Ну давайте лезть сюда, уроды. Ух ты, откуда здесь? Как ты так в меня попал? Аж 10 хэвов отнял. Сволочь такая. Ну где ты, блядь, бегаешь? Хер чем по тебе попадешь. Давай, давай, уродец. Ну где ж ты там? Ага, вот ты, блядь. Да сдохли ты уже. Так, этот сдох, отлично. Может, у него что-нибудь есть? Да. Там, по-моему, только один он был. Так, а как с лестницы слазить? Чуть не помню. Может, так? Нет. Так, там где-то еще один бегает. Давайте по бочкам туда все лезем. На всякий случай перезарядимся. Так, вот здесь же бегает где-то. Или дверь не сама же по себе открывается, правильно? Нихера вас там, уродов! Это я так наткнулся опрометчиво. Ладно, я же помню, что там были аптеки. Аптеки надо взять. Там аптеки, патроны. Что там еще было? Большая аптека, маленькие аптечки. Может, где-нибудь есть броня? Вот броня мне сейчас вообще не помешала никак. Так, понятно. Туда мы еще входим, я думаю. Это что такое? А, это чья-то ручка в текстурке торчит. Ну, наверное, входим сначала... Нет, стоп, там наверняка какая-нибудь секретная комната есть. По-моему, ни хрена там нету. Ладно, посмотрим. Мало ли. А, это крыши. Это крыши. Зачем мне эти крыши? По ним вон попрыгать можно. Куда попрыгать можно? Не знаю. Еще вентиляционные решетки, но они явно не бьются, зато вот это вполне себе бьется. Ага, точно. И закрытая дверь. Конкретно закрытая дверь. О! Огнеметчище. Вот это уже тема. Я думаю, в ближнем бою пригодится. Так, а я должен был выйти, да, я должен был выйти вон там. Так, а я назад уже никак не попаду, да, наверное? Или нет, попаду. Так, чтобы не покотиться просто. Ну все, значит, выходим. Я думаю, здесь уже все обшмонали. Так. Ага, взрывоопасная бочка. Здесь что? Здесь ничего. А здесь что? Тут зачем? Тоже непонятно. Так, сохраняемся и чувствую, сейчас будет какая-то жесть. Да? Точно. Ну где вы там? Да что я по вам кашу-то по уродам все время? Покажись, сучка! Так, минус один. Минус два. Не, окажись, я снова прихожу в форму и валю их уже с одного выстрела в голову. Вижу аптеки. Аптеки нам пригодятся. Бабло, баблище. Баблишко я люблю. Так, окей. Аптечку взяли. Жалко, с собой нельзя взять. Они иногда очень нужны, но их нету. Когда они прям очень нужны. Так, тут еще, наверное, как кто-нибудь. Да точно. Кто же сомневался, что это здесь еще один будет. Я, например, не в колечко. Так, 15 баков взяли.
Сейчас пойдем еще аптеку возьмем. Сколько? Одна маленькая, это 5, наверное. Что же я на них запрыгнуть не могу? Нет, это 10. Ладно, если что, запомним, что здесь есть аптека, если надо будет, вернемся. Если недалеко, покоцаю где-нибудь. Это что? Так, туда пока не пойду, что-то там страшненькое. А здесь? Здесь какая-то комнатка. С телефоном и большими аптеками. Вот, блин, большие аптеки. Вот это тема, но их мало в данном случае. Но, тем не менее, запомним это место, оно нам может еще пригодиться. Ну все, идем, значит, сюда. Сохраняемся. Так, что-то искрит. Кто? Где? Кто пидор? Ты пидор сам. Где ты есть-то? А вот ты где-то здесь. Да сдохнешь ты, тварь. Ну, блин, надо пойти за аптекой теперь сходить. У тебя 84 хв, это, конечно, неплохо, но, тем не менее, 100 хвов это лучше все-таки. А, это трансформаторная подстанция, ТП-шка. Так, я чувствую, забор трогать нельзя, да? Ну, вроде можно, но... Ладно, нам тут или что-то надо отключить, или что-то наоборот надо включить. Здесь у нас что? 5 бочки. Там такой. Вдох, все. Добегался. Откуда у вас тут столько? Еще один. Так, я забываю их обшманывать все время. А у них, между прочим, баблишка есть. А баблишка мне может пригодиться. В определенные моменты. Игрушки. Так, все, сохранились. Пошли. Что здесь у нас? Еще какие-то ящики, наверняка пустые. Это аптека. Ну вот это мне уже нравится, когда много аптек. Вот это уже по-нашему. Я что-то уже, блин, запутался. Где кто? Ох ты, сучка! Да откройте ж ты, сопля! Что у нас здесь? Какая-то книга. Ключ. Ага. Вот это я зря так сделал. Значит, надо отключить электричество. Ну, наверное... Нет. А как же отключить электричество? Ну, наверняка где-то там, на подстанции. Блин, как я зря это сделал, а? Тронул заборчик. Явно же было, его нельзя трогать. Так, этих я обыскивал, да? Ну, там много аптек за заборчиком. Блин, не, они меня сейчас репанут так. Или он один здесь? Если один, то у меня еще есть шанс выжить, потому что здесь были аптеки. Но он не один. И-и-и, сколько их там? Их там очень много. Так. Да, давно я не сохранялся не быстрым сохранением. Ладно. Мы помним, что здесь была аптека, мы ее пока припасем. И помним, что заборчик трогать пока не нужно. Поэтому просто идем, убиваем этих уродов. Что-то я опять растерял свою великую мощь. А, может быть, это ключ от той подстанции как раз-таки? Так, блин, а аптека там была... Да, аптека там была немножко не в том месте, в котором мне нужно, или... Нет, здесь все норм. Раз, два. Отлично. Отлично, сохраняемся. И идем. Где-то здесь эти уроды сейчас появятся. Вот они. Так, минус один.
Там были еще с этими. Вот они. Блядство. Да ё-моё, ни хрена у тебя пулемет там. Да что ж я под тебе никак не попаду. Да это капец какой-то, чуваки. Давай, перезаряжайся быстрее, блин. Да, вот так вот. Репанули опять. Так, стоп, нужен план. Может мне все-таки попробовать их с косого ублюдка повыносить? Может он будет как-нибудь это... приятней. Да они вообще шансов не оставляют, выпьют просто. Ну, если в принципе целиться, то норм. Давай, сучка. Ну, это гораздо лучше. Ну, блин, он капец косой вообще. То у них много денег. Так, ладно, может тут аптеки где-нибудь есть еще. Так, стоп, мы помним, что там была где-то закрытая дверь. Возможно, нам туда и надо. Ну, однако ж ключ взят. Здесь я не был, да? Или был, или не был, или был. Не помню. Не был. Аптеки. А чё, мне эти типа не нужны, что ли? Да, точно не нужны. Или был я здесь? Ладно, не суть. Вообще ничего не... А где броники-то все? Дайте броник-то. Вот броник вообще бы сейчас не помешал. Вот, наверное, куда нам нужно. Ох, нифига, сколько здесь. Вот опять эти аптеки в одном и том же месте. Вот нафига. Нельзя как-то их разбросать было по уровню так аккуратненько. Что это такое, фонарь? Фонарь у меня уже есть, кстати. Зачем мне второй? Ладно, я думаю, уже, наверное, пора закругляться. Вот как раз таки выключение электричества. Так, где? Кто-то там красненьким был у меня опять. Недовольная рожа красненькая. Наверное, сейчас придет меня бить сюда. Точно. Да что ж я кашу так опять? Нельзя же пропустить ни аптеку, ни патроны, правильно? Правильно. У меня патроны еще есть, да, есть патроны, нормально. А, кстати, я его забыл обшмонать, а у него может быть... Нет у него ни хрена, либо он потому что в текстурке застрял, его нельзя шмонать уже. Ну да, есть тут такие вот неприятные моменты. Ладно, дойдем до той, наверное... Блин, наверняка сейчас еще уроды повылазят. А где, кстати, она была? Я не знаю, я выключил или включил, непонятно, что я сделал. Где-то здесь что-то было, это все. Чуть, а где она была-то, я уж не помню. Так, я выключил электричество, да. Стоп, я что-то уже заплутался. Да, вот здесь это было, и тут сейф. Я надеюсь, этот ключ, который я подобрал, это ключ от сейфа. Хрен, сейф закрыт. Стоп, но у меня же есть ключ. Ой, стоп, 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 не-не-не. А как ключ использовать? Или он его автоматически должен использовать? Где-то все-таки, значит, должен быть либо код от сейфа, либо ключик, а вот там... Да что ж ты так прилепился к забору? А вот эта книжка, нет? Что это такое? Непонятно, что это такое. Вообще непонятно, зачем я сюда пришел, что произошло, что я выключил, что включил. Непонятно, куда идти. И вообще, я думаю, на сегодня надо заканчивать. Сейчас мы найдем где-нибудь прекрасное место, на котором можно будет закончить. Вот это зачем? Можно туда зайти как-нибудь? Видимо, нет. Видимо, нет. И вообще, от чего я подобрал ключ таки? Тогда непонятно. Которого у меня, кстати, по-моему, уже нету.
То есть я его использовал. Видимо, я использовал его, чтобы открыть ту дверь как раз таки. Что я это делаю? Броник! О, броник! Как его взять? Как его взять теперь? А, как его взять-то? Иди ко мне, мой сладкий, как же тебя взять-то? Сверху как-нибудь можно выпрыгнуть? Через окна. Разбить окна и выпрыгнуть. Может, можно? Ну, прикольно. И приятно. Так, стоп, а здесь нигде нет кода к сейфу? Ничего похожего нету вообще. Ну да, окно-то я разбил. А, все. Деревяшечку тоже разбить можно. Так, ну я отсюда вообще никуда не долечу, по-моему. Нет, куда-то долетел, но мне это, по-моему, не очень сильно поможет. Стоп, мы помним, что по ящикам тут прыгать достаточно тяжело. Поэтому... Да ё-моё, не туда. Да, вот. Сохраняемся. И прыгаем. Ага, все. Окей, у меня есть броник теперь. Это не может не радовать. Ну, судя по всему, нам надо выходить на улицу. Раз там ничего такого нет, а кода от сейфа я все равно не знаю. На улице тоже ничего нету. Это вообще непонятно зачем. Нет, ладно, все, давайте закругляться на этом. Там ничего нету, да, ничего нету, нигде ничего нету. Ничего нигде нету, совсем нигде ничего нету. Это уже улица. Кстати, я не помню, я везде все облазил там. Да, я там везде все облазил. Здесь тоже все облазил. Да давай. Нигде ничего вроде не забыл. Патроны вроде не нужны. Да, патроны не нужны. На крышу еще раз сходить, посмотреть, полюбоваться пейзажами красивыми. Что-то крутится там, вертится у них. И на этом, я думаю, можно... Да, здесь секретная комната была с огнеметом. Который пока непонятно, чем мне помочь может. Ну, я думаю, да, на этом можно... Вот так аккуратненько спрыгнем, чтобы не покотиться. Я думаю, на этом прекрасном, замечательном моменте мы и закончим. Да, вот. Все-таки идем туда обратно к сейфу. Ибо пока это самый логичный вариант, куда мне нужно идти. Потрошки. Это... Да, это то, где я выключил, собственно говоря, электричество. А все ли я тут проверил? Тут где-то красная недовольная рожа была. Нет, включить его уже обратно нельзя. Ну, будем считать, что да, здесь я все проверил. Поэтому, да, на этом прекрасном моменте, вот прямо здесь мы с вами, вот здесь в уголке ставим, мы с вами и закончим. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, всем удачи и пока.